Киевлянин без понтов, беспонтовый киевлянин. Ну, типа, я проснулся, конечно. Но я давно проснулся. Я уже пожевал яйца. Я тут как-то неудачно встал, потому что здесь были эти деревья и тени. Короче, палатка была вся мокрая, мать ее. Вообще капец. А, вот это еще мокрая до сих пор. Хотя она под солнцем. Солнце уже вышло. В палаточке уже начинает становиться жарко. Да. Рыбачок этот так и не уехал. Вон его машинка там стоит где-то. Вот тут у него какое-то приспособление. Тоже что-то ловит. Хотя я тут мылся. Он потом пошел, проверил. Не украл ли я эту хрень. Вон он там, столбик какой-то. Ну что, осталось... Ой, сколько осталось-то, господи. Ну там, до кромки города, наверное, да я рядом буквально. Километра 4 или 3, не знаю. Может 5. Вот. А сколько вчера проехал-то, господи? Что-то 130, около 130. Но я выехал в час. Да. Поздновато выехал. Вон они, эти собачки, вон она, вон там. Вон, о, мух ловит. Она мне всю ночь спать не давала. Эй! Кс-кс! Иди сюда! Вот собака лежит. Лаяла и лаяла. Вот подойдет к палатке. Заливается. Вот она. Японский городовой. Сколько их тут? Опа! Я тут на этом, на собачьем лежбище буквально ночевал-то. А я думаю, кто тут что лаял? Это еще одна туда убежала, большая которая. Вот это да, блин. Вот это ёкарный бабай. О, блин, да тут вообще капец. Пацаны, нифига себе, блин. А я думаю, кто тут лаял? Они вон, они что? Вот поросята. И они все с этими, с какими-то на ушах бирками. Ну, типа, все нормально. Вон, бабулька за мной следит. Так, выходит, выходит. Или это дедушка? Хрен знает. В темноте не видно. Че, пацаны? Ты, господи. Ух ты! Эх ты какой! Ты смотри, чё, а? О, какие! О, надо назвать это видео. Напала стая злобных собак. Злобнючих. Блин. Палаточка. Я вот сейчас к кружку подошел мыть. Обалдел, блин. Где я вчера мылся? Тут какая-то пленка. Это нефтяная какая-то пленка или бензиновая, не знаю. Тут вообще какая-то жесть, блин. Вот он свою эту хренотень какую-то тут с леской держит. За палочку вот эту еще привязал. Что-то какая-то техника. Хитрая, электрическая, наверное. Вот, ну блин. Но я-то не видел. Да. Адская штука. Она все пленкой покрыта. Озеро. Нашел 5 копеек. Я еду опять. Выезжаю на трассу. Вот тут там такая грязюка. Я по грязюке, в общем, еду. Снимать на ходу, конечно, тут вообще не вариант. Тут таким юзом ходишь. О, капец какой-то. Хе, странная у них черемуха. Она какая-то красная.
Но временами есть черное. И в принципе жрать можно. Ну так, она какая-то не очень. Вкус другой, конечно. Не как у нашей. Странная. Какая-то кисловатая. Но стопудово это черемуха. Вкуса черемухового не имеет. Ха! Вот так вот легко и непринужденно я выехал с этого озерка. Но, блин, как я вчера корячился по всем этим. Он где-то в той стороне. Боже мой. Не знаю сколько. Часа полтора, наверное. Да вроде по навигатору прешь, то туда, то сюда, то не туда. Там столько дорожек этих. А здесь вот напрямую бац и выехал. Ну, километр проехал вот. Километр и 30, и 300 метров. О, блин, а. Это лишний раз доказывает, что не надо нырять в первую попавшуюся дырку на навигаторе. А сейчас мне придется вот в это адское строение переходить на ту сторону. Там вообще, там, короче, ох ты мой, вхожу в ад. А у нас тут бардак и анархия. У меня не покидает чувство, что я въехал в какое-то гетто. Что-то так разрухой отдает. Ой, блин. Так. Потихоньку приближаемся. Что-то. Ой. Я не понял. Что вот этот хрен, блин, сигналил? Балбес, блин. Ладно, хрен с ними. Тот самый корефан, который меня испугал, блин, на дороге. Извини, вот. Я приветствовал. Да то я фотку сделал сзади. Вот она, машина самая. Я фотку сделал, я вышлю куда-нибудь. Где фотка? У меня есть. Когда? Фотка сзади, вот там, где я позиналил. Понятно. Вот так вот. Да. Ох ты, блин, тут кочки, ё-моё. Ну такое все. Мегаполис и мегаполис. Они все одинаковые, в общем-то. Что это такое, не понял. Это что, мечеть? Ха. Как вроде как в Казахстан попал. Ехал-ехал, в Казахстан попал. О, Днепр. Вот он большой. Вот ни хрена себе, там гора, блин. Это мне туда подниматься, что ли? Ого-го. А вот вторая половина Днепра. Ну, точнее, это... остров. Вот это корыто стоит конкретное. Ого. Да. Вон он, пляж там видно. Приличный. А вон какой-то корыце плывет. Прикольное. Махонькое. Пузатое. Тут брусчатка, так что еду по асфальту. Ну, подъемчик, да, такой хороший подъемчик, блин. Ё-моё, с грузом ништяк ехать. О, оттуда зашел. Там еще, вон на ту горку мне надо корячиться. Воды с меня льется просто капец тоннами. А вода кончилась. Да, где-то надо брать. Где брать, хрен его знает.
Интересная яблоня. Внутри красная. Небольшая церквуха. Махонька. Какая-то стекляшка. Добрался такие до этой точки. Какой-то ресторан тут. Вот она такая панорамка. Вон это вот синяя здоровенная штука. На воде стоит. То ли дебаркадер, то ли хрен его знает. Вот по той улочке я ехал. Вон она. Да. Высоко. У них нет спусков, блин, вниз. Или пандусов. Они из пешеходного перехода сделали хрен знает какую-то барыжью фигню. Я говорю, я не везучий чувак. Вот. Кассы все свободны. Но вот сейчас вот они подошли. О, как я подходить с этими вот убогими, вот простыми пряниками и молоком. Херова туча народу передо мной. Так. Улитка. Короче, навигатор меня провел вот на эту улицу. Это, блин, вообще какой-то мега трындец. Это я хрен знает какой наклон, но капец какой наклон. Тут даже в рукопашную велик как-то тяжеловато будет заносить. Так что я поеду другим путем. Но это на площади Независимости. Ох ты, тут, блин, по 26,8. Я по 26,7 обменял. Ладно, хрен с ним. Но тут вот в центре ничего, домишки неплохие. О, ничего, домик. Нормальный. Здесь тоже желтенький какой-то. Вот тут машинисты-то тесняться. Тут, короче, кругом вот такие вот спуски, подъемы. О, уклончик. И туда куда-то налево мне. А вообще тут прикольно. Дома хрен его знает, какие залипухи тут. Каких-то времен и наслоения, ну вот, времени непонятно. Советская тут, еще какой-то. Вот там новенькое что-то строится. Короче, такое все. Эклектика сплошная. Оп. Вот. И такое вот свинство здесь повсеместно. Это, я не знаю, национальная черта, что ли. Как хочешь, так вот и иди. Короче, я вылез он с той задницы, с какой-то ямы, блин, оттуда. Подымаюсь. Тут солдатики стоят, не пускают. Ну, хрен знает, какой-то дом там у них. Теперь надо, вот я поднялся на горку, теперь опять в какую-то задницу спускаться вниз. И вот ради какого хрена я, блин, подымался, блин? А я не буду возвращаться. Вон он, этот дом плачущей вдовы какой-то. Не знаю, почему она плачет. Короче, да, уже не подъеду точно никогда. Потому что я спускаюсь вниз. Стопудово я в этом месте уже не появлюсь. Блин, ну ради чего сюда появляться? Ради плачущей вдовы, что ли? Или посмотреть на все вот это вот? Тут особо-то ничего нету. Ремонт швейцарских часов. Бог ты мой. Какая реклама. Ну, а мне теперь куда-то вот опять в яму в какую-то. Короче, тут еще одна такая же мега задница. Мало того, тут еще и ступеньки были. Я по ступенькам вот по этим прыгал. Боже мой. Велик не прислонил, как обычно, а зацепил за багажник, потому что он укатится нахрен туда. Его никак не прислонишь.
Я две горы уже перепрыгнул, чтобы добраться, блин, до этой чертовой, блин, площади. Бог ты мой. Да хрень какая-то, короче. Что-то мне этот город нифига не нравится. Я на нем не могу ни подняться, в общем-то, в эти горки, ни спуститься, потому что тормоза жалко. Ну, диски. Вот так вот. Ну его нахрен, надо куда-то уже выезжать отсюда, по-моему. Ёканы бабай, тут прям это, рококо и барокко. Ха-ха, блин. О, кучерявый дом. Так, рококо маленько подпалилось, вон там вверху. Мужички-то маленько это, да. Как-то вот, ну там эти, мужики какие-то, Аполлоны всякие и все такое. Вот что-то как-то вот не судьба с той квартиркой-то. Вон она. А что-то я не понял, это вообще-то советский дом, что ли, получается? Еще одно тяжелое наследие советского режима. Вот эти домики. Потому что он там герб. Вон он. Они его что-то не спилили. Ха-ха, блин. О, у них демократия. Вот бомжи, пожалуйста, справа. У них любовь там, все такое. А вот тут студенты какие-то. Да. Ну тут рисовальщиков дофига, конечно. Да. А чего они разлеглись-то, я не пойму. Им что, больше негде полежать? Еще одни под америкосов косят. А честно говоря, площадь-то маленькая. Я как-то ожидал побольше. Почему-то мне казалось, что она большая. А она, господи боже мой. Ну так, ни о чем. Странно дело. Почему мне казалось большая? Это бывшее, это, Козье болото, что ли? Козлячье. Что-то эти мемориальные дела какие-то железные. Так задумано, что ли, что они такие ржавые. А вон колоночка. Вот эти пецики сидят, вот их тут много. Они просто тупо сидят. Я думаю, это как надо уметь убить время, чтобы вот так тупо просто сидеть. Хрен знает, вот не понимаю. Это как можно не убить, а вот не жалко времени людям. Просто сидеть. Нахрена они сидят? Жизнь мимо проходит, а они сидят. Как воробьи, блин. Так. Ну вот эта штука неожиданно высокая. По сравнению с маленькой этой площадью. А я не знаю, я думал, тут что-то есть, а тут ни хрена нет, тут просто так вот. Порошняк убил Скрябина. Да, блин. Ай, господи. Я не понял, у них какой-то ритуал, что ли? Они там походу народ ходит, шапки снимает и там стоит в центре. Что за прикол, не знаю. Да, и еще я заметил такую странную закономерность. Все сидят там, но никто не сидит здесь. Там такая же каменная хрень, как и это. Но они здесь никто не сидит. Вот что-то я не понял юмору. Ой, что-то у них эти все странности. Чужая страна, потемки. Так. Какие-то чуваки стоят. С мечами там, с луками и все такое. Что-то они, походу, эту улицу перегораживают, что ли, на субботу-воскресенье. Наверное. Я так думаю. Вон менты стоят. Или кто там эти? ГАИшники.
Ну, это вот вторая половинка этого площади. Собственно, площади-то нет как таковой. Тут ровной поверхности практически ноль. Тут какие-то лесенки, лесенки кругом. Да. Так, фонтанчики. Маленькие фонтанчики тут, они кругом. Что характерно, в нашем городе Усть-Каменогорске фонтаны гораздо круче, чем, скажем, в Киеве. Да. И тут кругом вода почему-то, они выливаются, что ли. Ага. Какие-то ворота. Ну, в общем, ворота да ворота. Да, блин, вон улица тоже вверх куда-то идет. Короче, это какая-то яма. Вроде как. Ну, как, собственно, раньше и было, это болото. Как бы в низине. Вон там тоже улочки идут вверх. О, какой собачонок. Блин, вот из этой сетки, то из дырки из этой, такие испражнения идут. Аж глаза режем. Что, откуда это, хрен знает? Откуда-то из-под земли. Господи, посидеть что ли? В общем-то, все эти дома, они как-то так, ценности особо не представляют. Такое, в смысле, экскурсионное, что ли. Все это тяжелое наследие советского режима. Так, ну ладно, здесь, конечно, хорошо. А у меня бытовуха. Короче, где-то надо искать место ночевки. Я думаю, на острове. Попробую. Они даже Москву написали. Москали. Клятый москали. И вот на этой штуке. Ой-бой. Так, вот оно место это. Где тут покрышки сгли что-то. Автобус, по-моему, сожгли. Что-то еще. Ну, вот эти ворота тоже что-то там все обгорелые были. Вот он дом. Он до сих пор, по-моему, закопченный. Его не отмывали, что ли. Он черный. Да. Вон под балконами вообще чернота галимая. Нифига себе. Вот это тут досталось ребятишкам вот этим, кто здесь живет. О, мостик где. Блин, тут такие перепады высот. Обалдеть. Памятник архитектуры. Мост. Ай, хрен его знает, не пойми, что написано. Ладно. Вот по такой вот штуке я пру. Какой-то зигзаг. Я не знаю, он там. Он как бы строится. Я боюсь, что я сейчас упрусь куда-нибудь. Вон там какая-то стройка идет, мать их. Это хреново. Короче, офигеть, внизу там. Это туда вниз спускаться, что ли? Черт возьми, я этот нашел мост все-таки. Вот оно. Ё-моё. Ну, панорамка тут. Ну ладно. Ой, народ туда-сюда шлындает. Обалдеть. Вот где-то, блин, мне там надо будет заснуть. Где, хрен его знает. Я вот тут только стоя на мосту понял, блин. Я вот думал, в Беларуси, значит, девушки что-то как-то не очень. Они там красивые, что ли, или как. А сюда заезжаешь прямо в Украину. Бог ты мой, блин. Красавица, мать ее, на красавице. И только сейчас я понял, почему, блин. Вот что-то как говорить начал, так народ куда-то вплынул. Короче, все объясняется просто. В Беларуси девушки практически не накрашены. Вообще вот, абсолютно. Здесь
Вот прям границу переезжаешь, все, кранты. Ресницы наклеены, губы разукрашенные, там капец какой, а-ля буфетчица. Ну, есть такие. Ну, в общем, тут, да, трэш такой. Ну, серьезно так подходят к разрисовке лица женщины здесь. А Беларусь как-то вот нет, без огонька. Там просто умылся и пошел. А здесь, да, блин, ого, красавец тут, а красавица на красавице, красавица и погоняет. Ну, а все с приклеенным, с каким-нибудь хреном, блин. Вот как я говорю, то так старые какие-то идут, то еще что. Где все красавицы? Ну, вон там он красавица идет какая-то, тоже с приклеенным чем-то, что-то у нее там приклеено. Вот, о, вот, у нее тут все приклеено. Все, что можно, все приклеено. Вон толпа красавиц идет, тоже с приклеенными. Теперь ползу по этому мостику. Вот засранцы, почему они вот ходят? Вот проезжая часть, вот она. Нет же, блин, надо вот по ней идти пьохом, конечно. А вот у нас это. Ну вот еще одна. Да. Популярное место здесь, я чувствую, в Киеве. О, а вот тут какие-то бродяги сидят. А, это эти. Кто там? На резинках прыгают, которые. Да, да, да. Какие-то оголтелые сидят. Ха-ха, блин, приколисты, блин. Ну, бывает все. Да так, стучат, дурака валяют. Еще одна. Приклеенная. Позируют, блин. Ой, господи. Да они тут все фоткаются. Да, у меня такое ощущение, что они первый раз на этом мосту. Они вообще-то киевляне или как? Или это гости города все болтаются? А вот еще одна. Ну, они все такие камуфляжные, блин. Вот тоже. Прикол. Все в очках. Солнца нет, но мы в очках. Ну, что? Ну, это да. Скажем так, киевлянин без понтов. Беспонтовый киевлянин. Тут надо все так вот. Ну, столько таких петушиной раскраски я больше нигде не видел. Здесь много. О! Да ты что? Да ну нафиг. Ой, ты мой маленький, а? Что такое? Что ты мой хороший такой? О, да у вас там банда. Банда целая. Так, а я куда-то в тупик залез. Так, пацаны. Что такое? На. Ну иди сюда-то. Вот, блин. Вот оттуда я приехал. Вот, пожалуйста. Что-то как-то, блин, я туплю в Киеве конкретно. И навигатор тоже тупит. Вот такой пляжик. Вон он, мостик, на ком я приперся. Я уже куда... Не знаю, куда еще дальше-то? Но все равно народ какой-то. Народ кругом. Этот костер какой-то жгут, гужбан стоит. Тут какой-то народ. Ну ладно. Опа. Ставлю палатку на конкретном песке. На зыбучем буквально. Вот. Велик провалился. Вон они. О, колеса. Он такой мелкий-мелкий. Все проваливается. Ну, хрен его знает, как это будет выглядеть. Первый раз ставлю на песке. Коли колышки, кстати, как забивать. Придется поделить с чего-то делать. Фух. Нажрался рыбёхи. Андрюхиной.
Вот. Ну я тут в эпицентре, да что-то и жрать-то особо неохота. Я тут вытащил, думаю, я сейчас буду с хлебом. Нет, что-то неохота. Хрен знает, может, потому что кефиру 2 литра выпил с пряниками, пока ездил. Но тут, конечно, да. Там какие-то собаки вечно лают. Какие-то женщины орут. Причем так истошно орут. Мужики тоже орут. Это там где-то в лесу. Там. А там у нас... Ого! Ну, такой общий шум стоит. Ну-ка, там где? О! Вот у меня тут такая панорамка. О! Тут как раз какой-то ресторанчик или что там. Вот он, там мостик светится. Ну, в общем, вот так вот. Вот тут вот парочка какая-то, вон она там валялась-валялась долго. Сейчас они встали, обнимаются. Ну, там вот, не видно. Нет, что-то шевелится. Короче, какой-то урбанизированный такой, этот, урбанизированная романтика. Я такое не очень понимаю. В общем, интересно так. В эпицентре. Оттуда этот орёт. Ну, ресторан и шум машин. А с обратной стороны, с лесу, бабы и мужики орут. И собаки лают. Собак на острове до хрена. И они какие-то такие... Ну, они уже тут прижились, им по барабану все. Их тут кормят. Опять мужики там что-то орут. Блин, что они в лесу делают там, непонятно. Ночью дождь пошел. Вечерком бы лучше. Разогнал бы всю эту сусору, веселящуюся.